Ультрамарафонец Иван Давыдов завершил свой забег по горам Кавказа. Он преодолел более 1200 километров и финишировал в Сочи. За два месяца спортсмен пробежал через Дагестан, Чечню, Ингушетию и Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Своим забегом Иван Давыдов хочет привлечь внимание к проблеме оказания паллиативной помощи детям и поспособствовать развитию пешего туризма на Северном Кавказе. Напомню, свой ультрамарафон он начал 2 сентября от крепости в Дербенте. В среднем за день он преодолевал 35 километров. День по два, бывало по три перевала иногда на маршруте. И аномальная зима, которая пришла на Кавказ, сторожила даже не помню, таких холодов больших. И приходилось вот бороться много с холодом, и с заснеженными перевалами. Потом все это накапливалось, усталость холодовая. Тяжело, тяжело восстановление шло, ну, потихонечку где-то маршрут изменить пришлось, потому что уже занесло, прям снегом нереально было пройти.